Прости меня, ты, доченька родная, что столько лет я от тебя скрывала, отнекивалась и молчала. Не говорила я с тобой о той войне, которая всегда живет во мне. Теперь, когда планета вновь в огне, а ты журфак осилила вполне, я не могу не рассказать все то, что 30 лет ношу в себе. Мне было 20, как сейчас тебе, когда я оказалась на войне. Я помню все, ту юность и наивность, бесстрашие, истинную веру в то, что мы нужны афганскому народу, и только мы от бед спасем его. Афганистан, по-нашему Афган, такой далекий он, загадочный, странный, и жизнь свою перевернув однажды, отправились в чужую нам страну. Москва, Ташкент, Кабул, затем Кабул-Баграм. И вот уже я в 100-м Митсанбате. Ранения жуткие, кошмарная жара и пыль с сугробами, цементная земля. Через неделю поняла, домой хочу обратно. Война в рассказах и в кино воспринималась как-то романтично. На деле оказалось, что она чудовищна, нелепа и трагична. И как же было нелегко спасать ребят, лечить их раны и видеть смерть, и по ночам рыдать по каждому убитому солдату. А в службе нашей не было погонь, атак, засад. В горах мы с автоматом не сидели. Нам нужно было раненых живыми со стола снимать и матерям вернуть. И эта мысль нам придавала силы. Я часто говорю с тобой о другой, войне далекой, той, что в 41-м. О ней читала много, друг ты мой. Немало фильмов вместе мы смотрели. Но трудно даже осознать, что люди наши пережили. Как много жутких тех сражений было, что страшно даже вспоминать. И знаешь ты, как нелегка жизнь ветеранов, тяжелы их раны. И сострадание, слез полны твои глаза, когда вандалы памятники оскверняют. Им очень трудно, им нужна поддержка наша и рука. Их подвиг будет жить века, и не угаснут слезы вечного огня, покуда вся страна идет с бессмертными полками. Бессмертный полк. Мы все в одном строю. Единство духа и единство взгляда. Мы выстоим. Непобедима наша Русь. Нам Невский завещал. Не в силе Бог, а в правде. А про свою афганскую войну немного я с тобой говорила. Прости, не знаю почему. Наверное, боль еще не отпустила. И трудно вспоминать все то, что с нами было. И хочется забыть, но я не в силах. Как часто ненавидела Афган, когда была я там, и после, по приезду, увидев вновь березы, снег, туманы, дом родной, близких лица. Так почему теперь, спустя так много лет, закрыв глаза, в тиши, бессонными ночами, я вновь лечу туда, в свой 100-й Митсанбат, где юность беззаботная исчезла, и часть души моей осталась навсегда. Туда, где трудно, страшно, в сердце боль, когда мы раненых теряли, желтуха поголовная, и из палаты стон, и смерть, и кровь солдат смешалась с нашими слезами. Но там еще была любовь, и дружба без предательства обмана, и красные тюльпаны по весне, и звезды нереальные над нами. Я помню каждый миг, мне не забыть вовек наш быт, коллег родные лица. И помню до сих пор, как сладко спится под звуки трассеров, пронзающих ночную тишину. Нет, дочь, не забыть Афганистан. Он осколком острым в сердце остается. Мы прошли Афган, а он прошел сквозь нас. И рану залечить никак не удается. Погибших в войнах трудно подсчитать. Давно уж сбились все со счета. Мы помним лица их, нам снятся их глаза. И жить должны за них мы тоже. И не забыть рухинцам никогда тот день 30 апреля. Паншерское ущелье, его кромешный ад и друг, погибший рядом. А он почти как брат. И Саша Королев, любимый их комбат. Он так хотел спасти своих солдат. Но он солдат, и дан приказ, и нет пути назад.
а впереди засада и смерть 87 солдат. Таких отважных молодых ребят, которые не дожили и недолюбили, но выполнили долг и страшный тот приказ. Дай Бог, чтоб все, живущие сейчас, так свой народ и Родину любили. Война не школа жизни, нет. Придумал это очень глупый кто-то. Она позор, трагедия и боль, где кровь солдат смешалась с их же потом. Мое родное братство боевое, радость встреч, воспоминаний и печаль. Нам в мирной жизни никогда не испытать такое. Кто не был на войне, тому нас не понять. Пусть не понять. И слава Богу. Потом была Чечня. Теперь горит Донбасс. Еще недавно невозможно было и представить, что вновь пойдет на брата брат, и друг тебе уже не друг, а враг. Гражданская война. Ужасней нет на свете. Снаряды рвутся, гибнут дети. И, может быть, хоть кто-нибудь ответит за этот беспредел по имени война. Боевики, теракты, ИГИЛ. Да что же это в самом деле? Как будто дьявол им глаза затмил, и люди вдруг осатанели. Сирия. Безумная война. Порушены все православные святыни. Ансамбль Александрова. Они как ангелы поют теперь на небесах. И доктор Лиза помогает нам незримо. Роман Филиппов, летчик АС, подбит, летит, как раненая птица. Вот террористов дьявольский оскал. Их всех вокруг себя собрал, гранату сжал и взрыв. Мелькают обезумевшие лица, но перед ним лишь дочери глаза и боль в груди. Как жаль, что не успел проститься. И вновь страдания и слезы жены матерей. Их крик и стон пронзает душу. Война – бессовестное существо. В ней нет любви, и сердце тоже. Любимая, великая страна, и люди наши искренние, добры и смелые. Как объяснить другим, нам не нужна война? Но мир сошел с ума. Держись, Россия. Ты скоро станешь журналистом, дочь. Одна мечта живет во мне. Пусть нелюди прозреют. Пусть люди скажут «нет» войне. И чтобы никогда тебе не довелось увидеть то, что мне. И репортажи не пришлось снимать на выжженной земле. Я с праздником вас поздравляю, дорогие ветераны. И пожелать хочу от всей души, дай Бог здоровья всем, любви, добра и счастья, душевных и телесных сил. Пусть реже снится вам война, а наяву ее не будет больше никогда. Пусть меньше стонут ваши раны, и радость наполняет вам сердца. Пусть солнце и в душе, и в небе светит, и пусть смеются, а не плачут дети. Давайте мы помолимся о мире без войны и Господа попросим дать нам силы все выдержать, преодолеть, пройти. И тихо скажем: «Господи, спаси, помилуй». А все погибшие солдаты, они, конечно же, в раю. Мы поминаем их минутой молчания. Для нас они по-прежнему в строю. Объявляется минута молчания.